Всем привет! Расскажу про мои любимые щетки. Сейчас сезон заготовок, и продаются щетки для мытья банок. Вот в быту, это они не для мытья банок, а именно в быту самые удобные щетки. Как правило, редко встретишь щетку, чтобы вот здесь было мягкое. Вот эти щетки. Причем вот такие мохнатые, я прям просто снимаю эту мохнатость, она мне не нужна. Беру просто губку. Беру маленькую губку, нарезаю на полосочки такие. Вот. Губка с абразивным. И складываю сюда, в кольцо. А здесь как раз сменные такие кольца, которые позволяют со временем, когда губка портится, просто ее заменить. Просто аккуратненько делаю, чтобы не сломать. Вот. Засунула и вставляю на место. Щетка пролезет везде. Вот у нее очень получается тоненькая часть и отмоет любые места недоступные. Здесь можно регулировать. Если надо сильно что-то потереть, я всегда делаю вот так. Всегда чередую мягкую с жесткой стороны. Вот так раскладываю, чтобы и мягкая, и жесткая была сторона, вот так, чтобы мне все отмывало. И получаются такие ёршики, которые залезут в любую часть, раковину помыть за краном, не надо подлезать ничем, вот. И вот это тоже меняется, она здесь просто так снимается. Здесь, причем они сделаны все именно со сменными. Их можно поменять, просто эту снимаю, другую ставлю, несколько вот таких губочек, и все вот так. Здесь вот три губки складываю, и получается идеальная щеточка для мытья. Она тонкая и залезает в самые трудодоступные места. И продаются они только сейчас. Я как-то искала их по зиме уже, и уже их не было. Вот самое время покупать эти щетки и использовать. Сейчас покажу, как я. Допустим, кран, и здесь такое маленькое расстояние, сюда ни одна щетка не заходит, и приходится сюда руками, губкой залезать. Ну, пожалуйста. Вот эта щетка, которая залезет везде, потому что у нее вот маленькая, везде помоет идеально. Такие мини-ёршики с хорошей рабочей поверхностью. Чистят все, что угодно. И вот я же говорю, я регулирую. Когда мне надо, я ставлю абразивные части губки. Но вот когда она так смешана в этом, идеально очищает. Допустим, вот эта щетка. Сейчас покажу. Под крышку унитаза. Идеально, и все там вымывает. Не надо. Самые недоступные тонкие места, а она везде пролезет. Вот здесь под бачок, там всегда надо руку совать. А эта губка залезает куда угодно. Вот раковина такой щетки идеально отмыть. И рабочая поверхность все 360 градусов. Вот реально люблю собирать такие щетки. Всяких конфигураций. Ну, вот такие щетки бывают. И, как правило, вот эта рабочая поверхность, она всегда стирается. А здесь очень удобно. Вот эти баночные щетки. Мне прям вот на них реально очень понравились. Я только вынимаю вот эту мягкую тканьку и ставлю губки свои. Это для меня вот любимые щетки. Такие не люблю. Они царапают все, портят все. Ну, за неимением, как правило, покупала, да? Теперь же есть баночные. Всем пока, до новых видео.